Здравствуйте, дорогие подписчики, кто смотрит данное видео. Сегодня у нас формат не охоты и не морской тематики. Сегодня мы проверим, ну не то что проверим, посмотрим, какое октановое число на заправках наших. На кассе сказал 10 литров, сейчас посмотрим, залезет, нет? 95-й, 64-20. Пластиковую канистру нельзя набрать. Индикатор октанового числа. Мы инструкцию читали. Самый вонючий, он керосином или какой-то прям химией отдает конкретно. Как 95-й может показывать высшее октановое число? Ну, я думаю, смысла нет делать с присадками там G-Drive, он там 120 не показывает. Проверим Лукойл, Газпром нефть, Лексус я на Газпроме заливаю. Роснефть проверим, ходовая. Руссойл, у нас 5,50 газ. Ну, еще какую-нибудь. Лукойл, Газпром, Роснефть, Руссойл. Просто мне Руссойл интересно. Цена на Руссойл 67 литров. Сегодня 31 декабря. Все люди готовятся к Новому году. Мы занимаемся полезным делом для страны, для подписчиков. Вот такие вот дела. Будем без воды, просто приехали сейчас на заправку. Снимаем, какая заправка, подписываем маркером канистру. Потом приезжаем на данную точку и будем использовать прибор Optis 2. Посмотрим, какие у нас заправки и что мы заливаем в бак. Будем заливать только 95-й бинт. Только без присадок, без там G-драйвы, пульсары, экта. Просто 95-й. Если кому формат такой зайдет, можем другое потом проверить. Так что, если что, пишите комментарии. Заезжаем на Газпром нефть. Цена 55,90. Что, снимаем, типа, они никуда не уходят, да? Да. Лукойл 95. 11 литров залезло. В 10-литровую канистру. Подъезжаем на заправку Роснефть. Газпром. Лукойл набрали. Сейчас Газпром. Ой, сейчас Роснефть. На кассе сказал 10 литров. Сейчас посмотрим, залезет, нет? Ровно по черточку. 10, ровно десятка. Вот, подъезжаем на Руссойл. 95-й, 64-20. Сейчас посмотрим. Просто я каждый день здесь проезжаю. Мне просто самому интересно, за что ценник такой. Может, сейчас там соточку покажет октана. С пятого. У них нет и ни присадок там вроде, ничего. У них и клиентов нет. Мы тут, наверное, первые. Она у них неудобно расположена, за отбойниками им проезд закрыли. Сейчас туда отойдем, там переберем. Пластиковую канистру нельзя набрать. Металлическую налил. Сейчас перельем в мою пластиковую. Это Руссойл у нас. Все, едем проверять. Вот такой у нас прибор Optis 2. Индикатор октанового числа. Бензин Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Руссойл. Начнем как по порядку. Стоят прибор должен. Роснефть первый. Да, это Роснефть. Сейчас, когда нолики появятся, прибор готов к использованию. После 10 замеров он должен начать пищать, должен выключиться. Мы инструкцию читали. Роснефть 94. Там сказали, первые два показания по инструкции лучше не считать. Дождаться там 3-4, вот так где-то. 94. 94.
Газпром. Газпром нефть. Не Газпром, а Газпром нефть. 98. Лукойл. 99. Петух. 99. Лукойл. 101. Руссойл. Руссойл. Самый вонючий. Вот вонючий. Он керосином или какой-то прям химией отдает конкретно. 101. 101. Повторяю, 95-й бензин. Везде. Роснефть. 94. Газпромнефть. 98. Лукойл 99. Руссойл 101. Если честно, ерунда какая-то. Как 95-й может показывать высшее октановое число? А, ну может еще, кстати, присадки какие-то добавляют для повышения октанового числа. Как вариант. Ну топливо без присадок. Ни да, пульсар, то, ни... Ни пульсар, ни там, ни G-Drive, ни... А что они там, экто какие-то плюсы или что-то еще есть? Ну такой тест, друзья. Ну в принципе, ну я просто не понимаю, как может быть 95-й выше. Я думал, будет 90, 92, но что-то не то. Но тем не менее, бензин, ну хороший, можно лить. Петуха надо застрелить. Такой тест, не знаю. Правильный, неправильный, ну как получилось, так получилось. Либо еще отвезти в профессиональную лабораторию, где это все замерят. Да на... Тестами. Кто хочет заморочиться, заморочитесь. Ну, я думаю, смысла нет делать с присадками там G-Drive, он там 120 будет показывать. Ну все, всем спасибо. Если кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.